Так, ничего себе, мы тут. Шикардос. Так это тут кофе плавает даже. Тут кофе плавает. Ой, вот так вот надо. Девочки. А ты грещаще. Они-то с нами не влазили, я тебя уже вытащила. А они-то еще такие не влазили. Настя, вот ты. Меня запробовала. Да. Куда не влазили, я постоянно. Вот это да, что мне принесли, пока я тут беседовала с Аюной. Детей ее смотрела, взрослых. Это Гавайи, Гавайи. Асан. Ой, давай вот так сделаем. Так, все, продолжаем лас-вегасскую жизнь. Посмотрите, мы только ушли, и возле нас сели два столика полных прекрасных мужчин. Так, Люда просит снять ее сзади. Снимаю по заявкам. Все одели короткие. Сняла, сняла по заявке. Да, Людочка, все хорошо, потом посмотришь. И пришло два стола шикарных мужчин. Это что за шикарные мужчины в белых одеждах? Вот видите, девчонки-то наши. Всех с ума тут свели. С ума свели всех тут в Лас-Вегасе. Красотки. Блин, душа. Ой, вот смотрите. Вот так вот мы проводим время, девочки. Ой. И в Венецию ехать не надо. Все у нас тут под боком. Час полета и два дня езды на машине. Мы с Людой пропелякали. Ой, куда только не заехали. Так классно. Все посмотрели, тихонько ехали, восхищались всем. Ой, девчонки-то вон там нафоткались. И Греция, и Венеция. Да, да, и Париж, и Париж, и Нью-Йорк. Что хочешь? Да, 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 да. Жалко, России нет. Или кстати, есть? Нет, нету, блин, вот точно. Это такое ощущение очень. Это очень большое. У них бы был аншлаг. Да, да, да. Это ж Кремль. Они ты что, конечно. Какие дураки не сделали. Говори, дураки. Вообще. Так, вот сначала покажем эту красоту, сейчас расскажу интересную историю. Людочка расскажет. Чтоб она запечатлелась. Сейчас, подожди. Вот так вот. Вот. А, да. Сейчас идем и говорим, куда мы идем-то сейчас следующий. Мы сейчас по плану, я вроде так поняла, что идем смотреть шоу, которая будет в Treasure Island отель. Я говорю, Оля, слушай, мы 5 лет назад с Норманом как раз в этом Treasure Island, вот именно вот в этом платье. Вот, вот именно в этом платье, да? В этих туфлях. И в этих туфлях? Нет, не в этих других. Это да. Но мы в этом платье точно я была, делали свадьбу. Свадьбу у нас была свадьба. Да, будем кружиться и говорить, давай. Ага. Да. Вот была у нас свадьба. У Люды в Лас-Вегасе была свадьба с Норманом. Вы в церкви регистрировались. Ну, не церковь, чаптер называется. Да, очень много, вы можете в каждом отеле приехать. Да, в каждом отеле есть такая небольшая комната, типа церквушки, там прист, вот этот вот. Регистрация. Да, не регистрация, они даже вот эти чартеры, это религиозные, они как бы вот там, здесь называется в Америке приста, а в России называется священник. Да. Вот, и в каждом отеле имеется такое маленькое, как бы, церковь. Маленькая церковь, да. Да, и чаптер называется, и священник там, он вас может, у него есть лицензия, он может регистрировать. Из любого штата вы приезжаете, регистрируйтесь. Да, и это является законным основанием брака. Да. И это было в Treasure Island, куда мы сейчас идем на шоу. Да. И мы говорим, и в этом платье, в этом платье, да, мы делаем маршрут Людиного свадьбы, да. Представляете? Да. И вот за 5 лет я, девочки, даже, слава Господи, не сильно поправилась. Слушайте, вот тут я эту шляпу-то купила. Вот она, видишь? Вот она. $40. Но нам некогда, мы бежим. Девчонки уже ушли. Ну да, куда я ее сейчас ношу? Никуда. Надо, конечно, одевать. Ну, раз там какое-то время в Лас-Вегасе. Да, да. А где девчонки-то? Мы потерялись. Все, мы потерялись. Так, вот такая вот красотища. Так, вот смотрите, вот такая. Ой, ё-моё, как красиво.
О, Господи, я сама себе завидую, что мы можем все, девчонки, это видеть. Сами себе мы завидуем, что мы столько можем увидеть в этой жизни. Жизнь один раз нам дана, один раз. Из Лас-Вегас я хочу купальник купить. Так, хотим что-то купить мы. Такие, вот Жанна вот эти предлагает, это вообще отпад. Майка! Блин. Ну, понятно дело. Как мне что-то понравится, никогда нету такого размера. Так, пойду купальник смотреть из Лас-Вегаса. Видишь, девчонки-то наши напали, напали. Юна, Людочка. Я говорю, у меня что-то двоится в глазах. 119. Да, это не двоится. Двоится, что-то у меня двоится. Я бы за 20 долларов бы купила. А do you have swimming suit? No. Not good. Так, вы посмотрите, это вообще, это просто шикардос. Я, конечно, их куплю. Это для Лас-Вегаса. Так, все, мы не имеем времени. Я купила, девчонки ничего не успели. На завтра отложили все вещи, потому что нужно же мерить, платить. А мы бежим сейчас в другое место. Тут не блестит, но в другом месте будет очень блестеть. Ой, боже мой, какая красота. Господи, жарище, как будто бы горячим феном тебя обдули. Шоу это пиратов. Очки за Викой, все за Викой. Фу, это жарище. Но все очень красиво, очень. Вам наш путь. Ну, вместе с нами путешествуйте. Вот по этим проходам вместе с нами. Приглашаю вас пройтись. Вика что-то нас ведет в какое-то секретное место. Сейчас посмотрим. Такая красота тут. Посмотрите, посмотрите, что творится. Вот так вот. Все очень красиво. Боже, какое небо. Какое небо. Шикарное. Так, я все серьги показываю. Показываю, вот здесь Люда и Норман сыграли свадьбу. Вот в этом самом платье. Вот в этом самом. Женщина, она как игристая, она как шампанское. Вообще. Люда, у нас как шампанское. А ноги, а ноги. Давай ножки показывай. Посмотрите, что, красоточка. Сейчас хотели остановить лифт вот так рукой. Я как подскочила, и люди сказали, не делай этого. Потому что... Я рассказываю интереснейшую историю для подписчиков. Всем интереснейшую. Привет, Жанночка, тут. Ой, красный цвет. Так. Решили броситься под колеса. Я вот так поставила руку, вот так. И у меня, представляете, лифт зажал, и кольцо у меня было. И у меня я не могу ни туда, ни сюда. И мужик подошел, разжал руками лифт. И я только тогда высунула руку. Ой, слушай, ты купила сережки, да? Молодец. Конечно. Слушайте, так уши болеют. Люда, у меня уши болят от этих серег, потому что у меня же ножки маленькие. Мы идем за девчонками. Вот я покажу вам сейчас, видели, да, вот это вот местные девчонок. Но согласитесь, на кого у вас взгляд падает? Вот скажите мне честно. Вот, вот наши девочки, я вам только что показала местных. Это звезды же идут, звезды. Покажу вам вот такую красоту. Господи, Людочка, ты посмотри, как тут красиво. О, это вообще шикардос. Это шикардос. К Насте вчера подошли, при мне двое мужчин шли сзади и говорят, как вы хорошо выглядите, она в коротеньком платьице, на каблучках. Девчонки, едьте все в Америку. Вы тут будете звезды, звезды. Ой, это Жанна. Я думаю, что за красивая женщина стоит. Это Жанна, оказывается.